судоходчик. Расскажи, за что тебя выгнали? Охранник, иди нахуй. Тебе не нравится. Вот за то, что моя подруга блеванула, а я просто сидела рядом. А почему твоя подруга блеванула? Потому что ей было хуёво. А почему? Да ладно. Да не ладно, так оно и есть. Почему? Да иди нахуй. Почему ей плохо было? Ей плохо было, то что она перепила. Кого она нахуй послала? Тебя. А ты ее подруга, блядь. Почему ты, почему-то не контролировала? Придешь, блядь, я тебя раздену. Раздевай. Как? Избиянка, что ли? По себе всех сухаешь? Да, по себе. Ну и все. Ебало, завалила нахуй. Да ладно. Прикинь. Так что? Ну, почему ты подруга ее, а ее не прокомментировала? Потому что позволила ей допиться до такого состояния, что теперь стоишь. Я старалась, но не знала, что она обливает. Понимаете? Плохо подругу знаешь свою. А что вы снимаете вообще? Ну, интервью беру. У кого? У тебя. Блядь, не бейся. Народ хочет знать, почему тебя выгнали. Потому что они пидары. Просто могу сказать нахуй. Понятно. И все, больше ничего. Ты дефилер не послушаешь теперь. Да. Ты жалеешь об этом, а да? А ты меня проведешь туда? А как я тебя проведу? Ты же фотограф, скажи, она со мной, и все. Ого. Не, я не фотограф. Хуёво быть тобой. Да не, ничего так. Да а ладно? Вот тебя не пустят, тебе вот плохо. Да, тебя тоже. Не, меня пустят. Пустят? Да. Нет, а с тобой, ладно? У меня друг не блевал. У меня подруга блевала, что дальше? А вот она, да, сидит? Да. А сейчас тебе как, не нормально? Не надо ее снимать, пожалуйста, блядь, не надо, серьезно, не надо, ей хуёво, ну хуя ты ее снимаешь? Блин, у меня все отваливается. Что это у тебя на ноге, интересно? Наклейка. Что за наклейка, блядь? Да никакой наклейки. Ну,